Утвержден график работы автобусов компании «Транспорт Верхневолжья» в предстоящие нерабочие дни. Согласно ему, с 30 октября по 7 ноября в областном центре и Калининском районе подвижной состав будет курсировать по переменному режиму. Так, 30-31 октября и 4-7 ноября жители Тверской агломерации смогут воспользоваться общественным транспортом по расписанию выходного дня. Однако с 1 по 3 ноября автобусы будут работать по графику рабочего дня и с прежней интенсивностью. Это позволит пассажирам соблюдать социальную дистанцию, если будет необходимость в поездке в эти дни. При этом в Ржевском, Старицком, Кимовском и Зубцовском районах автобусы будут ездить согласно установленному расписанию.